Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды» и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Сегодня 12 сентября, раннее утро, начинается второй день приключений на избирательном участке. Присоединяйтесь, будет интересно. Кого-то мне напоминает эта ворона. Зловещее предзнаменование. Вот, друзья, начало голосования, второй день. Осматриваем с утра сразу ящик для голосования. Целостность печатей есть. Так. Опечатано. Флаги сегодня перевесили, вчера мешали видеть. Избирательная комиссия, наблюдатели. Нас сегодня много будет. День предстоит жаркий. Вот, друзья, смотрите, не дают посмотреть в книге списка избирателей наблюдателю. Обратите внимание. Ну, вы находитесь в общественном месте, и такого запрещения не можете сделать. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, книгу списка избирателей. Я хочу ознакомиться как наблюдатель. Да? А как вы снимаете? Она там данные писала. Хорошо, я уберу. Вот. Вот. Пожалуйста. То есть вы не отказываетесь, да? Хорошо. Ну, друзья, видите, кучкуются комросы. Запоминайте эти лица, потом идентифицируйте в своем родном городе. Привет. За вас голосовать не будут. Не имеет права. Вы все сразу говорите. А ты не можешь сказать, что вы сразу не слушаете? Вы получаете. Вам запрещаем снимать. Молодой человек. Старый закон 67. Кстати, наблюдатели не имеют права снимать. Старый закон 67. Здесь они не имеют права снимать. Пошлите на закон. Федеральный закон 152.1 Гражданского кодекса. А при чем тут гражданский кодекс? Меня снимает крупным планом. При чем тут гражданский? Вы должностное лицо сейчас представляете комиссию. Идите отсюда, и там вы будете. Как же вот на меня запрещали снимать, говорят, что я... Да, кстати, говорят, нельзя записывать, да. Можно сейчас снимать? Да. Ну, а кто председатель? Где вы председатель? Нам председатель. Скажите, я урну снимал. Можете снимать? Вы имеете персональные данные. Урну персональные данные. Урну снимать можно? Не надо снимать. Федеральный закон 67, статья 3. Вы должностное лицо в данный момент. Вот выйдите на улицу, вы там будете недолжностным лицом. Снимайте, пожалуйста. Не, это вы цирк устраиваете. Вам нормально сказали? Займите свое место. Давайте так, подождите. Мы сейчас садимся и вы садитесь. Вопрос? Все, давайте. Мы отходим.
Нет, вы первым. Давайте баш на баш, как говорится. 50-50. Все. Вот, вопросов нет. Вот смотрите, а можно... В каком законе это прописано, что они должны стоять на полтора метра? Может, чуть-чуть в сторону отойти здесь? Хотят проголосовать. Да, конечно, пожалуйста. Входите, пожалуйста. На стуле, говорите, да, на основании, смотрите, сверху. Да-да-да, на подоконнике. Нет, нет, сейчас сказали, председатель, мы решим это, обговорим. По головам ползать. Всегда, и все. Как председатель скажет, так и будет, хорошо? Скажет, что вот эти вот тела ваши должны вокруг стола, будет так. Может, что, пройти? А? Друзья, я посмотрел результаты выборов во всех регионах России. Примерно с одинаковым счетом 75%, 80%, 85% победили сторонники действующей власти. Единая Россия, ну, в среднем получила около 70% голосов. Ну, почему так произошло, об этом я расскажу подробнее в отдельном ролике. А сейчас я хочу рассказать вам об одном интересном факте. В Пермском крае на 19 сентября оппозиция запланировала провести митинг против вот этих вот нечестных выборов. Но его запретили, потому что в Пермском крае свирепствует COVID-19. Но в то же время марафон на 10 тысяч человек именно на 19 число благополучно зарегистрирован, он пройдет. И, скорее всего, в нем будет участвовать действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Вот такая вот интересная информация. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.